показали себя не с лучшей стороны. О набережных Челнах снова вспомнили журналисты федеральных СМИ. Затопленные после ночного ливня проспекты, может быть, и не удостоились бы такого внимания, однако снимки молодых людей, которые сфотографировались в стиле «отдых в бассейне», но при этом погрузившись в лужу посреди проспекта, просто взорвали интернет. Что же толкнуло челнинцев на столь отчаянную фотосессию и что вообще происходит с ливнестоком на обновленных дорогах, расскажем и покажем прямо сейчас. Я показываю уровень воды здесь. Все это происходит у остановки «Школа» на проспекте Мира. Двое парней таким образом сигнализировали автовладельцам, что в этом месте очень глубоко. А кого не успели предупредить, тем помогали, выталкивая их заглохшие машины из огромной лужи. Хотя кажется, что конца и края у нее и нет. Сейчас мужик станет. Самоуверенный чувак. На парнях не осталось сухого места, пока они помогали автовладельцам, так что мокнуть дальше было уже некуда. Вот и решили, а почему бы не сделать несколько оригинальных снимков на память. Но как только они выложили видео и фото в сеть, раздался звонок из Москвы от журналистов. Теперь вот и интервью на телекамеру. Здесь дороги полностью утоплены, то есть даже бордюра видно вот не было. Полностью все затопило, машины едут. Ну, решили остановиться, что делать все равно было нечего, домой не очень хотелось. Решили помочь, машины несколько, ну, штуки. Две или три, по-моему, было, я уже даже не помню точно. Такой огромной лужи прямо на проспекте никогда раньше не видел, признался Даниэль. Впрочем, проблема-то не новая. До сих пор в некоторых подземках на проспекте Мира видны последствия затопления. Например, на остановке Шишкинский проезд, где идет ремонт, ливень прибавил хлопот. Пришлось расчищать слой грязи, который сошел сюда вместе с водой. А вот такие же энтузиасты, как Даниэль и его друг, ищут на дне водоема, образованного ливнем на проспекте Вахитова, номера автомобилей, которые попросту смыло. Тут ливневки постоянно не справляются с сильными дождями. Все это были места, хорошо знакомые челнинцам, но появляются и новые. Одно из них связано с ремонтом на проспекте Чулман. Здесь, на пересечении с проспектом Вахитова, была огромная лужа, сообщают жители города. Впрочем, вода до сих пор не ушла. Самое интересное, ливневка тут есть. Вот только от проезжей части ее отделяет борткамень высотой сантиметров 20-30. И само собой, чтобы жидкость как-то могла добраться до стоков, ей сначала придется затопить дорогу и перебраться через бордюр. Может, после того, как два парня прославили набережные Челны на всю страну, внимание к проблеме ливневых стоков в городе со стороны властей и обслуживающей организации повысится, считают они сами. Так это будет или иначе, обязательно проследят. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.